Новый адрес, прежние стандарты. Еще один магазин «Сдобушка» открылся в Сарове на улице Советской, 10. Традиционно здесь можно найти вкуснейшую свежую выпечку, пирожные, дрожжевой и бездрожжевой хлеб и так полюбившиеся горожанам домашние полуфабрикаты. «Сдобушка» известна изначально своими вкусами домашней выпечкой, пирожками, и также своей заморозкой, полуфабрикатами, домашними полуфабрикатами. Все из натурального мяса, натуральные продукты. С первых минут после открытия магазин заполнили покупатели. Огромная очередь, как еще одно доказательство. «Сдобушку» в Сарове знают и любят. Многие ездили за пирожками и булочками в другие районы города. Теперь же «Сдобушка» стала ближе к их дому. А значит, и заходить за любимыми лакомствами получится намного чаще. Тем более, что у каждого покупателя уже сформировались свои предпочтения. За что любите «Сдобушку»? Потому что вкусно. А что больше всего любите? Пироги. А вы за что любите «Сдобушку»? За то, что вкусно. А что вы любите больше всего? Пицца. Пицца. За вкусную выпечку. Часто здесь что-то покупаете? Частенько. А что чаще всего покупаете? Булочки сын любит. Я люблю со сосисками. В день открытия магазина на Советской, 10, «Сдобушка» подарила горожанам настоящий праздник. С музыкой, масленичными блинами, которыми угощали всех прохожих, маленькими презентами для детей и розыгрышем призов. Покупатели в этот день не только приобретали любимую выпечку, но и получали шанс стать обладателями продуктовых боксов. Сегодня открытие магазина «Сдобушка» на улице Советская, и мы встречаем Масленицу. Магазин «Сдобушка» объявил розыгрыш 5 продуктовых боксов. Покупателям сегодня нужно сделать всего лишь покупку на 600 рублей, заполнить анкету, и ровно через 2 часа мы узнаем 5 счастливчиков, которые станут обладателями этих продуктовых боксов. Новая «Сдобушка» на Советской, 10 ждет гостей за по-домашнему вкусной выпечкой и полуфабрикатами. И, конечно, покупателям всегда рады по старым адресам. В «Элеганте» на улице Чапаева, 26, в «Афише» на Московской, 8, в ТЦ «Галактика» и на Садовой, 70, корпус 2.